Всем привет! Прилетели вот в Китай, наконец-то добрались до него, аэропорт Санья. Прошли сейчас таможенный контроль, получили вот чемоданчик свои. И люди, куча китайцев, обмен валюты, думаю, поменять сейчас или нет. Погода стоит. Погода, жара. Время сейчас по местному 11 вечера. У нас на 5 часов разница 6 лет. Жара стоит неимоверная. Вот разделись, переоделись, шел по сланцу. Короче, пока все радует. Полет прошел отлично. Рекомендую. 10 часов прошли нормально. Не слушайте никого, что говорят в Китае. В январе холодно, жара неимоверная. Пока жара еще ужасная. И влажность, все сухо. Вот такая вот красота.